Профессиональная IP-камера с 2-мегапиксельной матрицей, защищенным корпусом и мощным моторизированным зумом. В этом видео мы рассмотрим камеру Hikvision, модель DS2CD2623G2IZS. Камера поставляется в компактной картонной коробке и комплектуется набором для монтажа, герметичной муфтой и документацией. Начнем с дизайна. Данная модель выполнена в алюминиевом корпусе цилиндрической формы. Внешние габариты камеры не превышают 10 на 10 на 31 см, а вес составляет почти 1,5 кг. Спереди установлен вариофокальный объектив. Вокруг него инфракрасная подсветка с эффективной дальности ночной съемки 60 метров. Камера выполнена в уличном исполнении. Об этом свидетельствует защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP67 и диапазон рабочей температуры от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия. Сверху есть фиксированный козырек, который защищает оптику от осадков. Благодаря шаровому креплению основания, камера может быть установлена на любую ровную поверхность, горизонтальную или вертикальную, а также под потолком. Все необходимое для монтажа идет в комплекте. Из ножки выходит набор кабелей. Тут есть и разъем для подключения к локальной сети с поддержкой ПУИ, и отдельный разъем питания, тревожные входы и выходы, а также аудиовходы и выходы. Теперь о технической части. Объектив имеет апертуру f1.6 и моторизированный привод, который позволяет удаленно настраивать фокусное расстояние в диапазоне от 2,8 до 12 мм, что соответствует углу обзора от 36 до 130 градусов по диагонали. Матрица здесь типа размера 1 на 2,8 дюйма с разрешением 2 мегапикселя. Максимальное разрешение видеозаписи составляет 1920 на 1080 пикселей при битрейте до 8 мегабит в секунду. Кодеки сжатия H264+, и H265+. Под конец отметим, что данная модель относится к профессиональной линейке и может похвастаться такими функциями, как 3D-цифровое шумоподавление, обнаружение движения людей и транспортных средств, детекция лиц, детектор саботажа, обнаружение вторжений и многими другими.